Шановні, доброго суботнього ранку. Ось так ми сьогодні знов зустрічаємось, розпочинаємо нашу роботу в прямому ефірі 120 хвилин. Будемо працювати саме для вас. Я нагадаю, номер телефону в студії 638-638. Ми сьогодні дуже готувалися, щоб побавити саме вас різними темами. Будемо зустрічатися, будемо співати, але я не дуже впевнена, що ми всі готові до ефіру, Ну, ви самі бачите, що не всі готові. Я не знаю, чим вони займаються, дівчата. Але я сподіваюся, що ми десь їх так трошки встряхнемо до початку роботи. Але поки ви починаєте нам телефонувати за номером телефону 638-638. Я всім кажу доброго суботнього ранку. І щось я чую, десь лунає акорди музики. Або мені це чується. Підкажіть, будь ласка, лунає або ні? Отдыхаем мы с тобой. Любишь ты в тусовках быть звездой. Подарки роскошные надо тебе. Машины, рубины, движняк в избе. Трачу я время и баксы свои. Знаю и вижу, что нет любви. Но не могу, не хочу быть один. Скоро оставишь без штанов, блин. Твои мысли сахар, твое тело мед. Лишь один поймет и растопит лед. Твои мысли сахар, твое тело мед. Лишь один поймет и растопит лед. Твои мысли сахар, твое тело мед. Лишь один поймет и растопит лед. Твои мысли сахар, твое тело мед. Лишь один поймет и растопит лед. Олег Осачий. Чувствую то, что круто завис. Знаю, что ты вселенной мисс. Рядом тусуются столько бикс. А я, блин, дурак, лишь с тобою твикс. Твои мысли сахар, твое тело мед. Лишь один поймет и растопит лед. Твои мысли сахар, твое тело мед. Лишь один поймет и растопит лед. Твои мысли сахар, твое тело мед. Лишь один поймет и растопит лед. Твои мысли сахар, твое тело мед. Лишь один поймет и растопит лед. Это такая песня. Твои мысли сахар, твое тело мед. Лишь один поймет и растопит лед. Твои мысли сахар, твое тело мед. Лишь один поймет и растопит лед. Твои мысли сахар, твое тело мед. Лишь один поймет и растопит лед. Твои мысли сахар, твое тело мед. Лишь один поймет и растопит лед. Лишь один поймет и растопит лед. Твои мысли сахар, твое тело мед. Лишь один поймет и растопит лед. Твои мысли сахар, твое тело мед. Лишь один поймет и растопит лед. Твои мысли сахар, твое тело мед. Лишь один поймет и растопит лед. Ось так, з такого бадьорого настрою ми сьогодні розпочали наш суботній ранок. Але це тільки початок, попереду ще дуже багато цікавого. А поки, за традицією, у нас історична сторінка нашої ранкової програми. Доброго
Доброго ранку, шановні телеглядачі. Сьогодні у нашій рубриці «Історична сторінка» ми згадаємо про свято, яке прийшло на наші землі 7 квітня – Благовіщення. Тож у нашому місті за благословінням митрополита Одеського та Ізмаїльського Агафангела ми помолилися обласною радою миру та громадською командою про мир в Україні. Свято Благовіщення прийшло на нашу землю. Саме цього дня людство в особі Діви Марії дізналося від Архангела Гавріїла про народження в світ Спасителя. Господь, будучи Спасителем міра, Всевишнім Спасителем міра, предоставил спасение для всего рода человеческого заради того, чтобы примирить человека с Богом после грехопадения наших прародителей Адама и Евы. Именно в этот день, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, Церковь сорадуется, Церковь молится Пресвятой Богородице и благодарит ее за великую скромность, потому что она сказала, что она раба Господня и будет совершать то, что предсказал своим промыслом Всевышний Бог. Она начинает дело спасения нашего человеческого рода. Она действует в том послушании, которое благоволит каждому человеку. Сьогодні православні християни відзначають велике свято Благовіщення. Пташки несуть благу вість. І сьогодні наша зйомочна група завітала до Свято-Преображенського собору, щоб подивитися, як все відбувається в нашому місці. Одеська обласна рада миру спільно з Одеською єпархією на честь великого свята Благовіщення зібрали під дахом Свято-Преображенського собору прихожан, аби провести молебен про мир в Україні. Ми одні з перших совместно з Одеською єпархією поїхали на Донбас, повезли гуманітарний груз. Саме головне, що ми сьогодні будемо після молебна о мирі ще випускати голубей, як це обычно відбувається в такі великі праздники. От, тому сьогодні ми постараємося зробити все, щоб все-таки в Україні наступив в ближайшее час мир. До собору привезли на автобусах ще близько 150 прихожан з інших храмів, аби вони також побували на молебні. Мій внук год тому назад був призваний в АТО, а місяця 8 назад нета Мила Афанасьева дала іконок, там штук 6 или 7, і говорить, передайте внуку. Я передала, але у мене внук атеїст, як-то написав, ну, позвонив мені, говорить, та бабушка, що ти іконки прислала. Но в Западній Україні мальчики, які були з ним, розібрали ці іконки, і він залишив собі. А позавчора він приїхав, служив, приїхав уже і позвонив. Бабушка, іконка там Ілина, зі мною. Я навіть не ранен. В Україну свято прийшло з утвердженням християнства. В народі одержало назву третьої зустрічі весни. Український народ особливо шанує свято Благовіщення і суворо забороняє всяку працю того дня. Бог благословляє на Благовіщення землю. Після молебну всі прихожани випустили голубів на знак миру у всьому світі. Благовіщення! Ура! Ура! Ну, а зараз вже настав час переходити до новин. Саша, що там у вас? А у нас, як завжди, моя соведуча Тетяна вже по традиції опаздує, тому почнемо без неї. 142 роки назад в Вені вперше сповнена оперетта «Летучая мышь» Йоганна Штрауса сина. Это удивительно, но в Вене оперетта была принята холодно той самой изысканной венской публикой, которая боготворила Штрауса за вальсы. «Летучая мышь» не выдержала и 20 представлений в первом сезоне, после чего была снята из репертуара театра. Однако в Берлине и Париже оперетта имела огромный успех. В Париже, собственно, на расхват. Подождите, собственно, почему я должен вести эфир без Татьяны? Ань, ты знаешь, где она? Я вот не понимаю, помимо того, что она постоянно опаздывает. Ко мне такие претензии, как к Йогану Штраусу во время показа его оперетты «Летучая мышь». К тому же ей ничем не угодишь. Я все всегда делаю не так. Ань, ну хоть раз можно мне провести эфир с другой соведущей, а? А, другой, говоришь? Ох, так быстро. Так, спасибо. Вы составите мне сегодня компанию во время эфира? Ой, Александре, а я чула, что у вас уже есть соведучий?
Да, есть, но это не имеет значения. Давно? Давно ли есть ведущая или давно не имеет значения? Ну, и то, и другое. Ну, уже 7 эфиров, как есть ведущая, они имеют значение с тех пор? С тех пор, как я увидел вас, сударыня. Да. Всего лишь каких-то 7 эфиров, и каждая соведущая становится неинтересной, да? Ну, вы знаете, один мудрец сказал, что соведущая, она как сценарий, как прочитанный сценарий, как прочитанная книга. Прочитанную книгу можно хранить, беречь, переплетать, но читать ее уже неинтересно. Я боюсь, что многие мужья так невнимательно прочитывают эту книгу, что даже не знают ее содержания. О, свою книгу я знаю наизусть. Неужели... Вы успели так хорошо изучить свою жену за какие-то 4 года? За 4 года можно изучить китайский язык, а не только свою жену. Да, теперь я понимаю, почему я вышла за него замуж. Вся вы сплошь головоломка, но откройтесь, незнакомка. Я клянусь вам страшной клятвой, что не выдам ваш секрет. Сбросьте вашу маску. Рановато для развязки, и я пока буду в маске. Придется понять, он сам не свой, он видно кругом голова. Поощрим его сперва. Поощрим его сперва. Я влюблен в вас, как мальчишка, как я раньше мог без вас. Рыбка клюнула на мышку, важно, чтоб не сорвалась. Неужели вам я снился? Муж у любви женит своей, он в жену свою влюбился, изменив при этом ей. Понимаю, сожалею, я прошу вас быть моей. Как мило, надо быть, что за бред? Я женат уж много лет. Только поздно. Умоляю, и рано, до свидания, жена. Я прошу, поскорее дать ответ. Черт возьми! Как летит время. Кажется, мне, как Золушке, придется покинуть бал в самую неподходящую минуту. Что с вами? Со мной? Ничего. А мне показалось, что вы куда-то торопитесь. Я? Да. Напротив. Да. Тороплюсь. Безумно тороплюсь условиться с вами о нашей дальнейшей встрече. А вы уверены, что она состоится? А вы уверены, что нет? Время покажет. Время, жалкое время. Разве оно может понять, как я влюблен в вас с самой первой минуты? Дайте-ка сюда. Какая прелесть. Я беру их на память. И отдам при нашей следующей встрече. Ой, Олександре, ви почать трошки запізнилась. А, ну да, ну як обычно. І що ж тебе задержало на этот раз? Давай, розкажи нам, удиви. Сашко, ну на цьому ж тижні відзначають Міжнародний день спорту. Я вирішила долучитися, була на іподромі, спостерігала за кінними перегонами. До речі, це дуже непростий вид спорту. Так.
Вот сейчас мы с ним на трибунах, слышишь ли ты их гомин, рокот, рэкет? Можно оглохнуть, как тут взрываются трибуны при каждом финише каждого заезда. Поэтому я сейчас переживаю. Вот вон, видишь, вот рыжие да, скачут. Вот недавно я купил, это же моя лошадь, купил у своего персидского друга за 10 миллионов. И, в общем, я переживаю, я поставил на нее в этом заезде $1, надеюсь, она оправдает мою жену. Ты хочешь выиграть? Конечно. А кто-то еще поставил доллар на твою лошадь, как ты думаешь? Надеюсь, нет, чтобы я собрал наибольший куш. So bring the $40, that's all you gotta do. That's the last thing that I'll ever ask from you. Hey, you done took my truck and my money too. Everything I had, you know I gave it all to you. But there's one thing, honey, I can't do without. And I think you know what I'm talking about. Baby, please. Пока Вова мечтает о своем куше в $1 и о лошади. Она уже вторая. Я вижу вот лошадь рыжую, которую ты купил у персидского шейха. Пока Вова мечтает, я тоже помечтаю. Начало 20 века, я в прекрасном платье, смотрю скачки. Давай. Давай, Довер. Давай. Давай, Довер. Давай. Давай, Довер. Шевели своей толстой задницей. Так, вот она уже на первой. Все. Все, Вова, давай. Я выиграл $1, так что пойду забирать свой выигрыш. Ну давай, Вов, я тебя жду тут. Встретимся, давай. Да, в нашей студии. Купи мне лошадь на $1, давай. Ну, а пока Вова мечтает выиграть доллар, ой-ой-ой. Так ты не просто опоздала, ты, оказывается, нашла мне замену. И так быстро. Хорошо, Татьяна, ладно. Ладно, я тебя прощаю. Но с этих пор, с этой минуты для тебя начинается новая жизнь. Строгий контроль с моей стороны и полное послушание с твоей. Ну, добре, якщо для мене починається нове життя, я б хотіла дізнатися... Котра година? Ну, пожалуйста. Да, ну у меня нет часов. Знаешь, я их отдал в починку, потому что они стали врать. Угу. Невже? Угу. А мені здається, що з ними все гаразд. А бреше? Откуда хтось они у інший. Тебя? Откуда они у тебя? Знаєш, Олександре, я їх отримала у подарунок. Ну все, мне нет прощения. Ладно, все-таки прости меня, я больше не буду. Добре, але з цієї хвилини в тебе починається нове життя. Так, так, да. Да. Ага. Я буду обирати тільки ті новини, які я хочу читати, а ти всі інші. Ну вообще что-то новенькое, как будто до этого было все по-другому. Ну хорошо, ладно. Отже... Так. Продовжимо зі смачненького. Продовжимо, давайте. 84 роки тому американський вчений Кінг після 5 років копітких досліджень виділив з лимонного соку речовину, що отримала назву вітамін С. Кінг довів, що саме він необхідний організму для попередження цинги. Більшість організмів синтезує вітамін С з глюкози, але... Людина цього робити не може і повинна отримати його з їжею. Це цитрусові, деякі ягоди та зелені овочі. До речі, вчені дійшли висновку, що нестача вітаміну С прискорює старіння організму. Сьогодні свій день рождения отмічає... Олександре, цю новину також розповім я. Сьогодні
Свій день народження відзначає французький актор театру та кіно Жан-Поль Бельмондо. Його амплуа – це невиправні авантюристи і циніки в комедійних стрічках і бойовиках. Погодьтеся, що мало хто не плакав, коли він у фільмі «Професіонал» йшов до літака під легендарну музику Енія Моріконе. А ось наступну новину можеш розповісти ти. Спасибо, Татьяна, спасибо. Угу. Всемирный день крысы отмечают на этой неделе. И не случайно, потому что именно в первых числах апреля начало работы Red List, самого старого интернет-ресурса, посвященного декоративным крысам. Кстати, ученые иногда очень часто сравнивают крысу с человеком, поскольку наши геномы схожи на 95%. И живут они так же, как мы, дерутся до последнего, когда речь заходит о выживании или сохранении потомства, учатся на собственных ошибках, даже влюбляются и видят сны, как люди. Mm-hmm. Недавно учеными было доказано, что помимо писка, крысы общаются между собой с помощью ультразвуковых сигналов, неслышных человеческому уху, которых, как выяснилось, насчитывается десятки тысяч, что говорит о богатом словарном запасе этих животных. А еще крысы способны сочувствовать. Понимаешь, Татьяна? Співчувати? Співчувати, да. Кому співчувати? Друг другу. Ой, Сашко, я б тобі співчувала. Ну, чесно, співчувала, але справді важке життя видалося у Жакліна Насіс, яку переслідував один з найвідоміших і ненависних папараці Америки Рон Галела. Він звинуватив вдову президента США Джона Кеннеді в тому, що Жаклін за сприяння агентів ФБР організувала його незаконне переслідування. Справу Галела проти Жаклін Онасіс із Сполучених Штатів він приголомшливо програв 43 роки тому. К слову, Рону до этого момента уже доставалось от других известных личностей, таких как Марлон Брандо, например, сломал ему челюсть и выбил 4 зуба. Ричард Бартон и Элизабет Тейлор натравили на него своих телохранителей. Но самые главные скандалы в жизни фотографа оказались связаны именно с Жаклин Кеннеди Онассис. Не смотри на меня так, Татьяна. Я не забирал твою новость, просто хотел помочь. Якщо ти хотів мені допомогти, вручив би краще Пулітцеровську премію. До речі, саме на цьому тижні 169 років тому народився американський видавець і журналіст, засновник престижної премії для американських журналістів Джозеф Пуліцер. Згідно заповіту, 2 мільйона доларів після його смерті отримав Колумбійський університет. Частина цієї суми з 1917 року йде на премію. Да, Тетяна, даже несмотря на ваш сказочно милый характер, я знаю, что нужно делать. Вот на прошлой программе ваше сердце растопило поездка в Париж. Сегодня же я приглашаю вас на остров, который находится практически на краю Земли. 294 года назад экспедиция адмирала Якоба Рогевена открыла остров, названный им островом Пасхи. Голландцы были поражены видом разноцветных туземцев и гигантскими статуями, которые, согласно легенде, сами шли... Мы повинні сами йти на остров на краю земли? Ну, вот в этом вот все женщины, у них просто нет терпения дослушать до конца. Давай просто без разговоров посмотрим на каменных истуканов. Саме таємничі і захоплюючі на острові Пасхи – це величезні монолітні статуї, звані аборигенами Моаї. Більшість з них доходить у висоту до 10 метрів і вагою в 20 тонн. Деякі досягають більших розмірів, а їхня вага просто фантастична – близько 100 тонн. У баввайнів дуже масивна голова, довгі вуха, важке виступаюче підборіддя і зовсім відсутні ноги. У небагатьох на голові є шапки з червоного каменю. Для створення Моаї будівельники використовували застиглу лаву. Моаї витесувалися прямо зі скелі і трималися лише тонкою перемичкою, від якої після завершення обробки статую відколювали і доводили до потрібних форм. Кратер вулкану Ранарараку як научний посібник досі зберігає всі етапи обробки кам'яних гігантів. Спершу вирізали загальний вигляд статуї,
Потім майстри переходили до контурів особи і писали передню частину тулуба. Потім обробляли бока, вуха і нарешті руки, складені на животі з непропорційно довгими пальцями. Після цього зайва порода віддалялася і лише нижня частина спини вузькою смугою ще з'єднувалася з вулканом Рано-Рараку. Далі статую з кратера через весь острів пересували на місце установки. Наскільки складно було пересувати Моай, говорить той факт, що багато статуй так і не були встановлені на свої аху, тобто місця. І велика їх кількість залишилася лежати на півшляху до мети. Іноді ця відстань доходила до 25 кілометрів. І зараз залишається загадкою, як, власне, пересували ці статуї, що важили не один десяток тонн. Легенди свідчать, що ідоли самі йшли до берега океану. Вчені провели експеримент. Вертикально встановлену статую розгойдували прив'язаними мотузками до верхньої частини і по черзі штовхали вперед то ліве, то праве плече. На тих, хто спостерігав за роботою, це справляло таке враження, що статуя рухається самостійно. І тим не менш прості підрахунки доводять, що невелике населення не могло б обробити, перенести і встановити й половину готових статуй. На острові Пасхи є такі статуї, які досягають у висоту 22 метри, висота 7-поверхового будинку. Голова і шия таких статуй 7 метрів у висоту при діаметрі 3 метра, тулуб 13 метрів, ніс трохи більше 3 метра, а вага 50 тонн. У всьому світі, навіть у наш час, знайдеться не так багато підйомних кранів, які впораються з такою масою. Нещодавно археологи приголомшили світову громадськість, розкопавши одну із статуй. Виявилося, що кожна статуя має тіло, яке заховане під землею. На тулубах велетнів острова Пасхи виявили невідомі петрогліфи, значення яких досі невідомо. Багато дослідників, дізнавшись про відкриття, припустили, що статуї були засипані до рівня шиї внаслідок потужного цунамі, яке вдарило по острову ще за часів Великого потопу. Вода принесла з собою руйнування і бруд, які надалі і сховали тіла Моаї в глиб ґрунту. Сашко. Да. Дякую. Дякую тобі за подарунок, за подорож таку подарункову. Пожалуйста, наконец-то. Я согласен. Ну, давай міриться. Все, давай міриться. Ну, вибач, давай мені міриться. Мій норовливий характер. А мені для тебе ще один сюрприз. Да. Давай. Що? Сашко, мені здається, що це було найкоротше перемір'я в історії. Татьяна, да я просто, вот смотри, я просто хотел сказать, что 27 лет назад американец Дуглас Энгельбарт получил премию за изобретение компьютерной мыши. Премия в размере 10 тысяч долларов, а спустя 8 лет вклад Дугласа Энгельбарта в развитие компьютерных технологий оценили выше, его наградили премией Лемельсона 500 тысяч долларов за выдающийся вклад в компьютерные технологии, а чуть позже престижной наградой Тюринга. Вот и все. Ну. Я не хочу читать наступную новину. Хорошо. На этой неделе отмечается неофициальный профессиональный праздник «День веб-мастера». Дата этого праздника выбрана не случайно. Если присмотреться, можно заметить, что цифры 404 напоминают по своему написанию ошибку 404, то есть страница не найдена, имеющая прямое отношение к работе веб-мастеров. К тому же эта дата совпадает с Международным днем интернета. Пожалуйста, спокойнее, держите себя в руках. Кстати, как это не удивительно, между прочим, у интернета даже есть собственный святой покровитель, назначенный папой Иоанном Павлом II. И этот покровитель – святой Исидор. Вот, собственно, интересная новость. Зря ты не захотела ее читать. Про цю новину я також розповідати не буду. Вона не смачна. Ежегодно во вторую пятницу апреля в американском городке Сент-Джордж начинается трехдневный фестиваль, посвященный овсянке. И называется он Всемирным фестивалем овсянки. Это веселый праздник, где можно не только использовать овсянку по назначению, но и есть ее на скорость и даже валяться в этой каше. Татьяна, хочешь поваляться в овсянке?
Нет, а зря. Потому что победители конкурсов, помимо почетного звания, получают награду стипендии. Вот фестиваль напоминает толстеющий на гамбургерах публике о здоровом продукте питания. Толстеющий. Ось так. Тепер я не буду мовчати, я все скажу. Толстеющий. Може, не надо? На цьому тижні свій 62-й день народження відзначає китайський та американський актор, каскадер, кінорежисер, продюсер, сценарист Джекі Чан. Батьки його були настільки бідними, що навіть мали намір продати хлопчика акушерці, але, на щастя, передумали. Коли Джекі виповнилося 7 років, його відправили вчитися до гонконгської школи пекінської опери, де викладали бойові мистецтва, акторську майстерність, спів, акробатику, танці. Джекі підкорив публіку своїм гумором, трюк і сценами боїв. У головних ролях він знявся більш ніж в 100 фільмів. Відомий Чан і як успішний поп-виконавець. Співає він китайською, японською та англійською мовами, часто виконуючи саундтреки до своїх фільмів. У Джекі є зірки на Авеню зірок в Гонконгу та на Алеї зірок у Голлівуді. Так. Тетяна, ви знаєте, ви так талантливі, ви так прекрасны. Вы удивительный, у вас просто удивительный талант сценариста, телеведущий. Я удивляюсь, Татьяна, почему с вашим талантом, ну, это правда, на самом деле, удивляюсь, почему с твоим талантом у тебя до сих пор нету звезды на аллее звезд. Непорядок, нужно это исправить. Ой, от ти хитрий, Олександре. Знаєш, я не можу встояти, коли ти говориш мені компліменти. Тобто, давай так зробимо. Обіцяю, що наступного тижня я буду вести себе зірково, зразково, як героїня п'єс дитячих. Дитячих? Дитячих п'єс. О, это, если негативный персонаж, то это мне нужно бояться. Позитивно. Гарна героїня, позитивна. Хорошо. Я тебе верю, хорошо, что все-таки мы помирились, потому что новость, которая завершает наш выпуск, особенная. 72 года назад Одесса была освобождена от фашистских захватчиков, пережив осаду, жажду и оккупацию. 13 тысяч воинов, принимавших участие в освобождении города, были награждены орденами и медалями Советского Союза. 15 защитников Одессы получили звание Героя Советского Союза. Качается шаланда на рейде голубом. В красавице Одессе мальчишка голоштанный с ребячих лет считался заправским моряком. И если горькая обида мальчишку станет донимать, мальчишка не покажет вида, коль покажет, скажет ему мать: ты одессит, Мишка, а это значит, что не страшны тебе ни горе, ни беда. Ведь ты моряк, Мишка, моряк не плачет и не теряет бодрость духа никогда. Изрытые лиманы, поникшие каштаны, красавица Одесса под вражеским огнем, с горячим пулеметом на вахте неустанно, молоденький парнишка в бушлатике морском. На цій танцювальній ноті ми завершуємо наш випуск новин, але я вже чую звуки музики. Чи чуєш ти, Олександре, пісню? Звичайно, так? Щось пісню. Лунає таке, лунає, доноситься лунає. К нам уже. Давай послухаємо, хто Давай. В нас там співає. Давай. Там, де я
Ясне сонце гріє там, де соловейко мріє, і зростає, і мужніє сад молодий. Вітер паїнці гойдає, та дощик поливає, твоїх діток Україно сад золотий. Дітом Басу до Карпат, зелені зілені сад, заплітає в землю барвінки рясні. Україно рідна, не найдорожча ти для мене. Тут ми і моя родина, місто моє. Україно, моя доле, землі сродюче поле, світанковому серпанку сонце втає. Літом Басу до Карпат, шарує всіх дарами в радісний день. І полине слава й гідна, і земля розквітне рідна, заспіває вся планета наших пісень. Від Донбасу до Карпат, зеленіє чудний сад, заплітає землю барвінки рясні. Давидик, иди к нам сюда, присаживайся, присаживайся. Ну вот настолько потрясающе, что, знаете, вот, уважаемые телезрители, мы тут уже просто забыли вообще, где мы находимся, что это эфир, у нас песни продолжаются, вот растут звезды, вот самую большую звезду зовут Илария, которая не отпускает микрофон, потому что это для звезды самое главное. Но я с большим удовольствием представляю сегодня в студии потрясающую семью, молодую, успешную, перспективную, которая успевает совмещать и воспитание настолько талантливых деток, и работу, и хобби, и свободное время. И вот даже несмотря на то, что суббота, может, для мамы или папы это все-таки один выходной день на неделе, тем не менее, мы сегодня все вместе здесь, в нашей студии. Я не перестаю, что я с большим удовольствием сегодня представляю эту потрясающую семью. Ну, во-первых, глава семьи наш, папа Руслан Алманов. Доброе утро. Мама Джульетта Алманова. Ну и замечательные детки. С Иларией мы уже познакомились. Есть Атар Алманов. Ну и Давид, звезда, которая сегодня уже вот порадовала нас своим таким потрясающим исполнением песни. Ну, видите, как звездам ничего не чуждо, так что могут вести себя абсолютно как хотят. Ну и, наверное, первый вопрос, Руслан, наверное, к вам, как к главе семьи. Как у вас получается совмещать все вместе, воспитание талантливых детей, ну, потому что сплошные таланты. Вот такой семейный уют, работу, хобби и быть всем вместе. Как получается? Вообще получается? Получается, да, очень получается, благодаря моей супруге, благодаря, наверное, того, что у нас дружная семья.
и все у нас получается. Ну, на сегодня это на самом деле самое главное, когда есть глава семьи, когда есть человек, который огонек поддерживает, да, в семье. Жюльет, ну, вам спасибо отдельное за то, что сегодня вы всем составом, и за то, что настолько нам сегодня вы настроение подняли, заряд бодрости получили неимоверный. А как вообще вы выходные дни проводите? Мы на выходных ходим гулять, делаем совместную работу, обедаем, делаем вечерний, за стол и говорим свои впечатления за день. Ну, замечательно. Это на самом деле настолько редко сейчас, вы знаете. Каждый обычно бывает из деток по своим комнатам за целый день, что прошло, сами себе в интернете и написали своим друзьям. А вот так, чтобы за семейным столом делиться... У нас каждый день вечернее чаепитие. А это уже привито, наверное, и вашими родителями, бабушками, дедушками. Откуда такая традиция, Руслан, пошла? Не знаю, предложил сын Натарик. И мы решили так делать каждый день. Ничего себе! Я думала, это как-то из поколения в поколение передается. А тут у нас, оказывается, молодое поколение настолько правильно, в правильном направлении идет и мыслит, что, ну, это на вес золота на самом деле. Жилет, как вам удается вот потрясающе выглядеть? И вот в такой-то команде тяжело? Устаете? Устаю, конечно. Какие? Активный образ жизни, спорт мне помогает быть в форме и поддерживать здоровье. Да. Ну и детки, они приносят море впечатлений. Прислушиваемся к ним, к их желаниям. И так вот мы совместно. У вас времени когда еще на спорт-то остается? Скажите, У нас все по расписанию, поэтому я могу вклинить часик в день. Уделить себе внимание. Ну вот, может, да, вы и совет нам дадите, на самом деле, может быть, молодым мамам, молодым семьям, у которых, может, только первый малыш появился, у вас уже трое, у вас уже опыт хороший, потому что зачастую можно слышать, а мы-то не успели, а вот у нас родился ребенок, мы это не успели, и опять ничего не успеем, и вот такой чертополох происходит, а у вас трое, и вы говорите, все можно успеть, поэтому как можно успеть, вот, распланировать день? Да, быть полностью в режиме, в активном. У всех все по расписанию, четко по часам. И так проще. Ты уже можешь планировать как-то свой Даже день. Можно успеть и на хобби, да, время как-то выделить? Да. Какое у вас есть семейное хобби, помимо чаепития? Вот Атари нам уже рассказал. Давид, мы к тебе еще вернемся. Ты у нас звезда. Ты у нас будешь завершать наш разговор. Поэтому... Как у вас? Что с хобби? Есть какое-то семейное увлечение общее? Ну, мы всегда по выходным гуляем в разных парках, на море ходим, дышать свежим воздухом. А летом у нас с папой Привет. Хобби ходить на пробежки утренние. И ты тоже бегаешь? Да. Ничего себе! Вы все вместе бегаете? Смотрите, ко мне вот звездочка пришла. А вы рассказывайте, я тут у вас... позаимствую пока, вот мы будем сидеть. А где вы любите бегать? На трассе здоровья, потом бежим к отраде, потом подбегаем к желтому камню, там уже начинаем тренироваться, отжиматься и иногда даже купаться. А вы вот так мужской компанией бегаете или девочек тоже с собой берете, маму и сестричку? Мужской. Мужской компанией, понятно. Давид, теперь ты нам рассказывай. Что рассказывай? Давай вот так, держи микрофон. И ты, как тебе пробежки-то вот такие утренние или по выходным дням? Не устаешь петь, заниматься музыкой, так еще и бегать, папа? Я устаю. Ну, приходится, да? Или как? Приходится и устаю. А куда ты ходишь? Куда ты ходишь? На плавание, на теннис, на английский. Вот скажи мне, пожалуйста, а поешь ты на плавании или на английском? Не на плавании, не на английском. А где? На вокале. Ты еще и в музыкальную школу, как я поняла, ходишь? Да. Ну, расскажи, тебе вообще петь нравится? Да. Да? А что больше нравится петь? Какие-то народные песни, может, современный рэп, я не знаю, рэп читать умеешь? Ну, еще это впереди, у нас взрослые дяди рэп читают в основном, а у нас, смотри, какие песни. А вообще, ты давно поешь?
Ну, не больше года. И уже настолько у тебя все профессионально получается. Вот как ты думаешь, это ты такой талантливый или все-таки и родителям спасибо, что такого талантливого на свет родили, и преподавателям музыкальной школы? Как ты думаешь, вот, или детки все талантливые рождаются? Вот твое мнение, как ты считаешь? Или развивать надо? Если Лария талантливая девочка родилась. Не говори, то тогда что же о мальчиках говорить, которые постарше, правда? Все талантливые. Да. Вот, а если еще и развивать это, то вообще целый ансамбль у вас тогда семейный получится. Вы пробовали, Руслан, Джульет, вы пробовали вообще как-то, может, семьей выступать? Пока или... еще нет. Не, ну у нас все впереди. Вот да. У нас в гостях есть и поэт, композитор, исполнитель Олег Осадчий. Я думаю, что все будет впереди. Еще можно будет и спеть, и станцевать, и как бы, ну, я не знаю. А что бы ты хотел исполнить еще, Давидик? Что? В будущем, когда вырастешь. Может, арию какую-то? Может, собственный концерт, чтобы у тебя был большой на большой сцене? Собственный бизнес. О, вот это самое главное, между прочим. И песни тогда будут хоть каждый день. Уважаемые родители, уважаемые гости, как вы думаете, вот может, у вас есть секрет, скажем так, семейного такого... семейного благополучия. Может, вы, у вас есть то, что посоветовать молодым семьям, нашим телезрителям, как начинать выходные дни, как начинать утро, как заканчивается день, мы уже услышали большим семейным чаепитием, и это на самом деле очень ценная семейная традиция. А как поддержать вот то тепло, тот уют, сохранить взаимопонимание и вырастить на самом деле таких талантливых деток? Вот хочется и маму услышать, и папу. Ну, я думаю, это взаимоуважение, и главное, что понимание друг друга. Надо друг другу уступать, понимать, прислушиваться к мнению каждого, мужа, жены, и тогда все получится. Джульет, вы как мама, вот мама Иллария говорит, что вы скажете вот по-женски? Ну, в отношении деток это тоже прислушиваться к их мнению. Самое главное, сейчас дети, они немножко другие уже, не те, которые раньше были. Это очень важно. И прислушиваться к ним, раскрывать в них новые таланты. Вернее, они у них, у многих есть, просто они не раскрыты. Больше проводить с ним времени. Ну и любовь, это самое главное. Любить, а это все остальное уже... Спасибо вам большое. Ну, еще хочется самых старших. Атари, скажи, пожалуйста, вот как ты считаешь, к твоему мнению, которое ты всегда, твоим предложениям, к твоим идеям, мама с папой прислушиваются? Ну да, прислушиваются. Да? Они вот, когда вот я что-то говорю, они прислушиваются, и если им понравилась эта идея, то они ее выполняют. Замечательно, ну это просто слов нет. Давидик, а к твоим прислушиваются просьбам? Давид, говори четко. Четко. Ну, например, когда мы снимали видео в YouTube, хотели выставить, мы так старались, что папа не смог включить камеру и сам смотрел. Заслушался. Так, заслушался, они старались хорошо. Какие молодцы. Ну, потом же исправили все это дело, правда? Да. Так что спасибо вам большущее. Тебе талантов. Мы уже, надеюсь, когда ты чуть подрастешь, у тебя будет свой сольный концерт. Но, надеюсь, смотри, ты про нас не забудешь, пригласишь. Давид. Да. Да? Пригласишь? А может, что-то хочешь телезрителям сказать? Есть у тебя какое-то желание? Пожелание. Нет? Говори, что... Нету про идеи. Нету? Ну и замечательно. А если кто хочет петь, пусть поют. Да? Это хорошее дело, правда? Скажи спасибо педагогу своему, да? Что насчет педагогов? Педагогу, вот расскажи, скажи. Музыкальных учителей. У тебя хорошие учителя? Ты же не сам поешь? Или... Да. Да? Хороший. А как зовут? Елена Владимировна. Строгая? Большое спасибо. Не такая. Не такая строгая. Ты благодарен за то, что она так тебя, воспитала в музыкальном направлении? Да. Да, ну замечательно. Я думаю, что в следующих программах мы с ней познакомимся, а ты к нам уже придешь с другими песнями. Согласен? Да. Спасибо тебе тогда, что хоть не отказал. И то ладно. Спасибо, не будем вас задерживать. Спасибо вам большое, да. Сегодня суббота, завтра выходной день. Думаю, что за вечерним сегодняшним чаепитием у вас
тоже еще одна тема и будет, о которой поговорить. Я думаю, что у нашей сегодняшней встречи, ну, хоть словом, да, вспомните. Конечно. Спасибо огромное. Спасибо большое. Удачи и всего самого хорошего. Шановні, ми продовжуємо. Що, що, що? Нам підказують, є питання від телезрителей. Давайте ще не відпускаємо вас, уважаємі гості. Доброе утро, слухаємо вас внимательно. Доброе утро. Я хочу вам сказати, я сейчас талантовый людей. Не надо привозить именно человека, именно в своем воде. То есть нагрузка, нагрузка, но надо здесь надо знать физиологические способности каждого человека. В каком отношении? Явно система не такая усовершенствована, чтобы ее выдержать кого-то, извините, даже 100 килограммовое вес. Мы, к огромному сожалению, не очень слышим, что вы говорите. Попробуйте перезвонить нам еще один раз, и во время программы мы обязательно пообщаемся. Спасибо огромное. Ну, связь тоже иногда по выходным отдыхает, вы знаете, да, у нас. Бывает, поэтому еще раз спасибо. Шановні, суботній ранок продовжує свою роботу. І зараз настав час завітати до нашої майстерні. Що сьогодні там відбувається, ми зараз і подивимось. Так, а ми продовжуємо програму у нашій майстерні. І до нас завітала наша постійна майстриня, можна сказати, Олена Терлецька. У нас іде дуже світлий праздник, близиться, ми знаємо, це Воскресіння Господнє. І от, судя по атрибутиці сьогоднішній, ми будемо красити, розписувати, може бути, як правильно сказати, не знаю, яйця, да? Декорувати. Лена, розкажіть нам, що ми сьогодні будемо робити? Это вообще свежие яйца или уже вареные? Вареные яйца. Мы будем декорировать техники декупаж. То есть мы сделаем несколько разных техник. У нас будет техника декупаж, у нас будут яйца в горошек. А декупаж это что? Декупаж то, что мы делали на браслет. А, приклеивали да, салфетку да, на прошлой это программе, на техника. Браслетики. Да. Единственное, что как для браслетов мы использовали клей-лак, для яиц мы будем использовать яичный белок. Как обычный? Так? То есть яичный белок способен приклеить да, салфетку к самому яйцу? Да. Единственное, он будет чуть дольше сохнуть, чем клей. Клей быстрее высыхает немного. То есть он срабатывает как клей, абсолютно да, так же держится да, и не стоит. И самое главное, блестит. Все красиво. С ума сойти. Вот так вот подручные средства называются. Да. И клей не надо покупать. Какие еще яйца в горошек, да? Да, яйца в горошек мы будем делать. Такие очень яркие, интересные. Затем у нас будет... А в горошек с помощью чего? Благодаря нашему воску и краскам. У нас вот есть краски. Красители для яиц. Мы будем красить их. Затем я покажу, как делать яйца. Хотела быстро сказать. Не бывает страшно. Такое? Ну не волнуйтесь. Радужные яйца. Все. С четким переходом и с плавным переходом. И мы сделаем. Это тоже с помощью краски, да? Это с помощью краски. Я покажу, как это правильно делать, чтобы было красиво. И у нас еще будут яйца смешные, детские, смайлики. Мы сделаем. Яйца, смайлики. Но я покажу, как это все делается. В принципе, что нам необходимо? Как для салфетной техники. Салфетка, я уже вырвала элементы, именно не вырезала, а вырывала. А почему мы нужно вырывать именно, а не вырезать? В принципе, можно и вырезать, но когда вырываешь, оно будет нечеткий край, и мы будем переходить переходами, когда будем накладывать, будет переход... Один на другой накладывать. Секундочку, да. У нас поступил звонок в студию. Доброго ранку, мы вас слушаем. Доброго утра. Насчет яиц крашеные вообще. Самый интересный способ это надо распаять от мука. Я могу вам рассказать некоторые секреты из этого области. Я опыт знаю. Чтобы покрасить еще со скорлупой, надо очень много какой-то наложить круг. От лука сделать подушку. Потому что если вы будете кого-то болеть яйца красить, то они не хлопаются. Самое главное, положить очень много спаек на дно казана. Сделать подушку. Максимальную подушку. Потом наложить это сколько хотите, есть даже сотню, это ваша проблема.
Сверху наложите опять же шпайки, чтобы была подушка двойная, сверху и снизу. Вот это самое главное. Обычно надо сделать яйца, если хотите делать более коричневые яйца, купите более коричневые яйца и заказывайте. Если хотите сделать менее, сделайте белые яйца. Это самый лучший вариант. Но самое главное, надо двойную подушку сделать. Иначе яйца, извините, пожалуйста, хлопаются, как мыльные пузыри. Спасибо вам большое за ваши советы. Вот, Елена, расскажите нам, а вы знаете про такую технику? Да, это самая, наверное, древняя техника. Ее использовали, даже моя бабушка также красила яйца. Это самая, вот, как сказать, классическая техника, самая экологически чистая, да, безвредная техника. Да, безвредная. Лука, ваше ухо. Да. Получается, мы сегодня, конечно, будем немножко другое делать. У нас будет более творческий подход к данному вопросу. Вот. Ну, наверное, приступим. Но мы остановились на том, что мы вот, что нам понадобится. Да, что и почему мы именно вырывали. Да, для того, чтобы у нас, когда накладывались один рисунок на другой, не было четких переходов. Оно будет просто переходить одно в другое сразу таким вот образом. Вот. Что нам понадобится, в принципе? Ну, я уже говорила по поводу белка, по поводу салфеток. Это нам нужно для декупажа. Дальше, для наших яиц в горошек нам понадобится воск, восковая свеча. Я уже ее подожгла, и у меня тут уже достаточно много воска. Палочка, которой мы будем делать наши горошинки. Вот. Затем... Шприцы, иголочки, я вижу у нас. Сейчас, иду. Красители. Это шприцы... И иголочки это нужно для радужных яиц. Для того, чтобы сделать нашу радугу более четкой, мы не можем яйцо прокрасить один цвет, другой цвет и просто положить. Оно все смешается и не будет четкого перехода. Для того, чтобы это было, я делаю вот такую вот подставочку, на которую я сделаю один цвет, поставлю, высушу. Ого, все серьезно. Да. И так мы будем несколько раз делать, чтобы у нас был четкий переход. Затем у нас шприцы, это для радужного тоже яйца, но только для такого перехода, который будет у нас плавный. Мы будем яичко заворачивать в салфетку. Сейчас я покажу. В принципе, ничего сложного вообще нет. То есть яйцо в салфетку мы заворачиваем. Набираем в шприц краситель. И наносим небольшое количество красителя в одну сторону, потом берем другой краситель, наносим с другой стороны. Мы можем по полностью, по кругу, можем пятнами делать. Ну, это как кому нравится, в принципе. Но это мы вот все как раз продемонстрируем. Да, это мы продемонстрируем. Пока мы будем готовиться, разбираться тут, с каких яиц мы начнем. Мы потом переходим до нашей ранковой витальни, потому что я передаю слово Тане. Да. Да. Ми повернулися, щось я заслухалась тебе. Анюта, як завжди, слухаю тебе, не чую потім. Сьогодні в нас в гостях, ну, Олег Осач, ми вже з ним зранку познайомилися, поздоровалися, здравствуйте. Виконавець-співак, а також до нас завітала чарівна дівчина Валентина Івані. Вона танцівниця, модель, хоча каже, що лише у майбутньому, але ми вирішили... І ведуча. І ведуча. Не забувай. Але ми вирішили, що вже Валентина у нас модель. Валентина, розкажіть, будь ласка, чи ви займаєтесь більше детальніше? Я живу в Одесі. Я працюю в санаторії Куяльник. Всього понемножку пробую іще у себе. Я закінчила полностью среднее образование, школу, университет имени Тараса Шевченко, педагогический. Работала немножко в реабилитационном центре с детками. Вот. Ну и сейчас себя ищу в моделях. Расскажите немножко, как вы эти поиски совершаете, осуществляете? Ну вот то, что нравится. Я обычно занимаюсь тем, что мне нравится. И вот понравилось, а почему бы не попробовать себя в этом? А вдруг достигну чего-то? А с танцами? С танцами? Как обстоят дела? С танцами я начала танцами заниматься с 2010 года. После 2009 года был конкурс красоты среди девушек на колясах в городе Донецке. И мы...
там танцевали, там было 4 танца с партнерами. Мне очень сильно понравилось. Я там только... Что за танцы были? Были разные, начиная от вальса и заканчивая быстрыми 80-ми. Диско? Да. Это в стиле да. диско? Да. Олег, скажите, поет ли эта замечательная девушка? Мы с вами до начала нашей рубрики, вы сказали, будет петь. Чуть-чуть подробнее расскажите, что же нас ожидает? Ну, я встретил эту девочку в Куяльнике, я же сейчас директор ДК Куяльник, Дворца культуры. А раньше я видел Лешу, когда она была на моих концертах, приходила там, и, то есть мы раньше виделись. Она меня даже не узнала, как бы, говорит, я вас видела только на сцене, как бы там. А тут я говорю, что не здороваешься? Ой, здрасте, и такая растерялась. Так. Но виделись мы на Куяльнике, я узнал, что она работает на Куяльнике. Познакомился с мамой ее, очень замечательный человек. И мне стало очень интересно, как бы, вот такая искринка в этой жизни, которая должна, как бы, во-первых, надо бы еще поучиться вот этой силе, энергии. Она и мама, они есть. Прям... Ну, есть, конечно. Я еще когда был в институте, учился в университете, и у нас была практика, я тогда в то время зарабатывал немножко даже денег. Я деток, ставил слух. Ну, тогда $5 урок был, это были очень большие для меня деньги были. Однако да, вы шиковали потом. Родители приводили деток ко мне в институт, я тихонько снимал там комнатку с пианино и учил. Так что научить так можно, к вам научить за 5 можно любого петь, если есть желание у человека. Вот. А я думаю, что у Валюши все получится, у меня же много песен, есть песни, которые именно хотелось бы очень, чтобы девочки их пели. И есть еще в загашничку там тоже. И мне не жалко, я люблю очень, чтобы мои песни слушали люди, и не с моих только уст. Поэтому, если она еще захочет петь, я буду очень рад помочь в этом случае. И вообще, дай Бог тебе здоровья. Возможно, даже, наверное, дуэтное исполнение, да, у вас? Можем что-то придумать. Есть, да? Планах думаю, да, такой. Думаю, да. Ну, может быть, Валя там подтанцует, да? Или сейчас она посмотрит. У нас 20 числа приезжает Натаника в Одессу, там будет концерт в Куяльнике, приглашаю. Вот, и она посмотрит, у нас два дуэта с Таникой вышло в 100 лучших песен советского, ну, СНГ, как бы, в 2010 году, два дуэта. И я думаю, она посмотрит, как мы поем дуэты. Я думаю, что что-то подучится ими. Вдохновится. Мы поем дуэтик. О, да, да. Будет супер, да? Я надеюсь, что у нас получится. Будем стремиться. Да, Валентина. Да. Что вы можете сказать людям, вот, которые, как и вы, волей судьбы оказались в инвалидном кресле, как бороться, как преодолеть это, что нужно сделать, чтобы не опустились руки? Да, я хотела сказать то, что вот я родилась уже с проблемой здоровья, то есть и мне легче, я не знаю даже как ходить, то есть и мне, ну, как-никак-то все-таки легче, хотелось бы, но все же. А вот людям, которые вот попали в травму, какая-то катастрофа, им намного тяжелее. И намного тяжелее это психологическая травма. Есть люди, попадают в депрессии, есть даже занимаются суицидом. И я не считаю это правильным, потому что жизнь, она вот кажется, что вот люди живут 70, 80, даже есть 90 лет. Жизнь, она мала, она короткая. И мало времени, чтобы вот что-то сделать, чтобы такое. Да, и чтобы вот сделать такое, вот, чтобы людям в будущем они видели этот пример. И ага, почему? Я же тоже могу. Я хочу сказать, чтобы никогда не опускали руки. Всегда стремились к своей цели и ее добивались. Вот сейчас у нас, я хочу немного рассказать о своей работе. Да, конечно, у нас в санатории Куяльник уже второй год принимают спинальников, больных колясочников. Также у нас в прошлом году подготовлено было более 70 комнат с входами оборудованными, с санузелами, заездами, лифт, да, то есть доступность везде, вот у нас новый лифт во втором корпусе, везде пандусы, очень удобные аллеи, очень удобно.
Также у нас есть в поликлинике водное и грязевое отделение новое. Вот, и специально для одесситов. У нас теперь целый день до вечера могут пройти полное лечебное обслуживание. Прекрасно. Вот да, не проживая там, можно вечером приехать, получить лечение это и уехать. Там 12 дней получается. Человек раз в году, это очень полезно. Я сам сейчас хочу. Да, это называется вечерний куяльник у нас. Сидіть поки, Олександре, сидіть ви. А я побігла. Сидіть, спочатку я, ви ж знаєте, у нас в новинах. Спочатку я, а потім ви. Валентина, в завершенні, небольшой вопрос. В чем вы видите вдохновение, в чем вы его черпаете? В первую очередь мама. Мама. Вот я и хотела сказать, что мама, которая находится всегда рядом, всегда поможет, и только благодаря такой поддержке появляется вдохновение, вокал, танцы. Олег, не молчите, спойте же нам песню. Не молчу, я вот по этому поводу хотел бы спеть, я очень редко ее пою, эту песню. Я написал когда-то песню «Молитва» и никак не думал ее петь. Я сделал даже кастинг, там длинный был кастинг, собирал девочек, выбирал голос. И так мне Господь не дал, чтобы она пошла в жизнь. Единственный раз на одном концерте спела Юлия Лунга, спела эту песню. Она поет, ну как бы у нее немножко другой репертуар. До сих пор она как бы не поется так, как я бы хотел. Но так пришлось, что так получилось, что я ее сам сделал, записал, хорошо сделал все. И в некоторых моментах я ее исполняю. Сейчас, вот сейчас хотелось бы, да, молитва, предисловие маленькое. Молитва – это песня о детках, которые заболевают, да, и как мама, как она молится. Как благодаря маме вот все это и оживает, и становится здоровеньким. Давайте помолимся. Молитва, да, да, помолимся. Да. Родители. Поехали. Да. И не пустить слезы, не растеряться, а сдержаться драмы, когда ребенок от больной грозы с больничного окна встречает маму. Все не хватает времени и сил, обнять бы и сидеть, не оторвавшись от малыша, но тут он вдруг спросил: я что, умру в ответ, и что, да нет, не растерявшись. Да, я все вынесу, я все смогу, спасу, найду, ночь снова пролетает, и помолюсь, всю землю напрягу, и Бог услышу, снова помогает. Господи, прошу от всех я мам, спаси детей болеющих, спаси, не дай засохнуть молодым садам. Помилуй, Господи, помилуй и прости. Да, я все вынесу, я все смогу, спасу, найду, ночь снова пролетает, и помолюсь, всю землю напрягу, услышал, снова помогает. Да, я все вынесу, я все смогу, спасу, найду, ночь снова пролетает, и помолюсь, всю землю напрягу, и Бог услышал, снова помогает. На небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, когда небеси и на земле, хлеб наш насущный дашь нам весь. И остави нам долги наши, как же мы оставляем должникам нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Дай, я все вынесу, я все смогу. Спасу найду, ночь снова пролетает. И помолюсь, всю землю напрягу. И поп услышал, снова помогает. Дай, я все вынесу. Я також не могла стримати сліз. Я бажаю, щоб всі наші глядачі як можна довше могли сказати це чарівне, найважливіше у світі слово «мама», як можна довше. З ніжністю, з радістю, з теплом. Нагадую, що у нас сьогодні в студії були Олег Осадчий, виконавець-співак, дивовижна дівчина, яка обіцяє нам заспівати дуетом, обіцяє стати всесвітньо відомою моделлю. Це Валентина Івані. Я передаю слово, Олечка, тобі, хоча не знаю, як ти будеш вести. Бо... Тані, правда, не знаю, тому що на самом деле ладошки влажні, сльози, только вот я тоже, как вы все, пытаюсь тоже их сдержать, но еще самым таким, я думаю, в этой ситуации уроком такой терапии, позитивной терапии будет следующий наш гость, который пришел с очередным своим питомцем, подопечным. У нас в гостях директор одесского зоопарка Игорь Владимирович Беляков. И вот кто еще вот тут кусается и вырывается, вот тут такое дело. Игорь Владимирович, здравствуйте. Кто тут нас уже с вами поцарапал? Это хорек. Я сегодня хотел рассказать нашим телезрителям о славной когорте куньих животных. Это замечательные, очень красивые звери, и они принадлежат... Знаете, пусть уже меня покусает немножко. Смотрите, опять очередной потому, раз. Что, да, может, садись. Может укусить. Садись. Мы возвращаемся садись. К теме того, кого можно держать в домашних условиях. Мы говорили о самых разных животных. Не кусай. Не те, чтобы он вас... Да не, нормально, нормально, мы с ним справимся тут. И вот такие хорьки, фредки, они очень хорошо подходят для домашнего содержания. Очень хорошо, потому что, несмотря на то, что эти животные имеют специфический запах, и у них есть... специальные железы, которые выделяют такие остро пахнущие вещества, но это все-таки не скунсы. И, очень хорошо ладим. И они не очень такие остро пахнущие, поэтому ничего страшного в этом нет. И видите, что он творит? Ну так по носу. Нельзя так делать. Ну, я хочу нашим телезрителям сказать, что да, этот хорек, не надо думать, что он всегда такой агрессивный, просто в студии... Он просто разнервничался, да, в студии на самом деле очень много людей. И он немножко боится, но в домашних условиях это животное очень спокойное, очень ласковое. У меня тоже жил одно время хорек в доме и спал со мной в постели, и... В общем-то, никогда не кусался. Животное довольно интеллектуальное. Оно, может быть, где-то даже приближается к собаке по своим умственным способностям. Поэтому... Вот я только и хотела задать этот вопрос, потому что последнее время очень часто можно встречать хозяевов, скажем так, на прогулке. Да, на прогулке. Самоочарование, да. Устал. Самоочарование. Говорит, ну вас, кусать вас все равно бесполезно. Хорькам надевают такие шлеечки, да, как, да, как кошечкам. Стремена. И, да, и гуляют, гуляют с ними по улицам. И это довольно-таки мило так это выглядит, потому что... Таня, смотрите, ты пришла, чтобы тебя тоже укусил. Вот укусил. Пусть... Ничего страшного, полезно иногда покусать. У меня просто была такая история, я своего племянника спрашивала, ну а что должен делать мужчина? Он говорит, ну там заботиться, гулять с сыном, выгулять хорька. Выгулять хорька, да, совершенно верно. Как бы... Не с собакой, а с хорьком. Да? Тоже, да, их выгуливают как собак. Они живут, их стало модно держать, их за рубежом, и сейчас в Украине, в Одессе их держат. На правах... А пусть Антоню тоже укусит. На правах...
на правах домашней кошки, да, или домашней собаки. То есть их держат не в клетках, как каких-то других домашних питомцев, а часто держат их просто так вот в свободном выгуле. И даже приучают их ходить на лоточек. И животное очень-очень-очень милое. Он уже, по-моему, томился. Да, для того, как для общения, для каких-то игр мы можем часто видеть, что держат зачастую, бывает у людей в доме, и собака, и кошка, и хорек. И они иногда еще ладят и енот, да, и они ладят между собой, они прекрасно уживаются, они играют вместе, они едят вместе, они спят вместе. Так что это очаровательное животное вполне годится для домашнего того, чтобы его... Да, можно... А что они кушают? Хорьки, хищники. Как я уже говорил, да, они принадлежат к отряду хищников. Ну, отряд хищников, дадим себе немножко в систематику. Да, он разделяется на несколько семейств. Это семейство псовые, все наши любимые собаки, да, принадлежат к этой группе. Есть семейство кошачьи, самые совершенные хищники. Есть еще медведи и панды. И есть... гиеновые, да, куда входит несколько видов, и виверовые, потому что часто путают хорька с мангустом, да? С таким большим, да. Рикки-тики-тави, да, рикки-тики-тави, мангусты. Да, нагайна. Это разные животные, они не состоят близко. Они очень похожи, да, но это сходство конвергентное. Но они не являются близкими родственниками, потому что семейство виверовых и семейство куньих – это не одно и то же. Хотя внешне звери похожи, и их часто путают. Но путать их не надо. Мангусты – это животные, которые охотятся на... И они такие здоровые. Они разные. Мангустов есть много видов, и есть вот эти знаменитые сурикаты, да, вот которые все мы их знаем по многочисленным вот телепередачам, много про них. А куньи бывают тоже очень маленькие. Самый маленький из наших зверьков – это ласка. Она водится у нас даже в Одесской области. Совсем крошечная такая куница. Есть несколько видов у нас куниц. Это каменная куница, лесная куница. Их тоже дома держат или нет? Да, бывает и держат их и дома. Потому что, вы знаете, я вас перебью. Мы видели во дворе, у меня живет семейная пара, и на поводке водит... Вот такого размера. Я не могла понять, кто. Мужа? Хорек. Нет, рикки-тики-тави, Таня. Мужа на поводке выгуливать. Ну, это такое дело тут. Шутит. Такого размера это может быть либо куница, может быть соболь. Это все, да, однако гордо. Нужно сказать, что к этой же группе куньих принадлежат и такие крупные звери, как барсук. Например, да, вот есть у нас в зоопарке, можно посмотреть, барсуков. Там уже зубы такие, да, наверное, это, да, это очень мощный, да, мощный такой серьезный уже зверь. Ну и самое крупное – это росомаха, которая что-то среднее между куницей и медведем. Да, такая. Кто видел росомаху живьем, у нее такие мощные лапы, только мощные когти, медвежьи. Людей. А, ты Хью Джекмана, да, видела живьем? Да. Вот. Росомаха – крупный такой серьезный, очень мощный зверь. И если куницы, хорьки, соболя, они такие олицетворение гибкости, олицетворение такой так юркости. Так впечатляет, что правда, да, в любую щель. Да, в любую щель залезет. То росомаха это уже такое более мощное животное, крупное и довольно серьезный хищник. И есть еще к этой же группе куньих принадлежат знаменитые всеми любимые выдры. Кто видел выдру, тот ее никогда не забудет. Вот европейская человек выдра, такой. Да, да, или канадская выдра. Это само очарование. Выдра, между прочим, приручается очень хорошо. Животное такое и очень... И тоже в домашних условиях. Да, тоже... Такая очаровательная, как выдра. Тоже может быть. Да, между прочим, выдра, хотя вот почему-то так принято, да, вот... Ему надоело. Да, есть даже такое, как... Ну, как-то, да. Да, как нарицательное выдра. Такое, да, там, выдра. Выдра сильно приятная, да, окрас. Такое слово, да. Но на самом деле этот зверь, само очарование и выдра – это олицетворенный оптимизм. А как зовут товарища вот этого? Есть у него какое-нибудь имя? Нет, у этого хорька имени нет. Он просто товарищ. Да, он просто хорек. Просто хорек. Да, который, он живет у нас вот на секторе прирученных животных. И, ну, честно говоря, это он сегодня что-то плохо так себя ведет. Вообще он очень контактный, он и детей любит. Да, мы, людей-то да, сколько? Мы его используем в различных наших праздниках. Он вообще очень не любит. Сопротивляется. Он любит людей, любит общение.
Вот, но сегодня почему-то он так вот... Бастует. Да, захотел Ничего покусаться. Страшного. Тань, хочешь, чтобы он тебя тоже покусал? Ты можешь его понянчить? Он меня уже покусал. Ну так можешь поддержать, уже второй раз кусать не будет. Точно? Если будет кусать, я сразу заберу. Товарищ, ты, говорят, прирученный. Давай посидим. Чем дома его кормить? Хороший. Он такой... питается смешанной пищей. Это не строгий хищник. Запах, как у хорька. Он ест и растительную пищу, и животную пищу. То есть он может... Конечно, основа это... Смотри, давай мы с тобой послушаем, что люди рассказывают. Очень хорошо. Сырое, да? Сырое да, мясо. Да, конечно. Лучше всего сырое мясо. Это может быть говядина, может быть курятина. Целуется, Тань. И он очень любит различные ягоды. Вот можно давать фрукты. Ой, какой у него пузо. Да. Да, то есть про тебя это животное, которое такое, в общем-то, можно сказать, всеядное. Хотя, конечно... Основа это мясо, да, потому что все-таки хорек это хищник. Хорошо. В каких условиях его дома держать? Нужна клетка, нужен лоточек, куда он ходить будет, или вообще под одеялом? Его держат по-разному. Кто-то делает большую. Если клетка, то должна быть большая клетка. Он животное подвижное, оно любит много двигаться, бегать. Должна быть большая клетка, где ему будет просторно. Но я, например, держал хорька на правах кошки. Он ходил где хотел, он спал в нашей постели, да, и он был таким членом семьи, то есть его абсолютно. Это животное абсолютно годится для того, он сегодня... да, годится для того, чтобы его держать как домашнюю кошку или как домашнюю собаку. Вот, так что я бы не рекомендовал держать его в клетке, потому что заперти, конечно. Для него лучше, конечно, быть... Но на улице эти хорьки, они, кстати, учатся выполнять команды. Их можно приучить к команде «ко мне». «Ко мне»? Да. Да, можно... Хорек, ко мне, Гаврюша, лежать, да, Гаврюша, да, лежать. Голос. Можно, но все-таки в силу того, что животное мелкое и такое бывает, пугается каких-то внешних факторов, на улице вот так отпустить его, как собаку, убежит. И потом, да, и скрикнуть ей ко мне, скажет, это да рискованно, ну да, потому что он может испугаться, убежать, и потом вы его не найдете, поэтому гуляют их на поводках. Скажите, пожалуйста, да, Игорь Владимирович, а где, вот, если кто-то из телезрителей решит, ну, приобрести такое сокровище все-таки и пойдет на наш любимый староконный рынок, да, там продаются, да, вот и... как его приобрести, как выбрать, на что обратить внимание, чтобы здоровый, ну, с если... маленького, с большого, или большой приучается, приручается, или лучше все-таки... Ну, я бы советовал, конечно, брать детеныша, не совсем маленького, чтобы он уже самостоятельно питался. Он должен быть здоров, но тут, конечно, нужен специалист. Если человек вообще не понимает ничего, да, то лучше брать специалиста, который может определить, что животное здорово. Здорово, да. Здорово. У человека, который его продает, они бывают и в зоомагазинах, их в Одессе продают, и на староконном рынке. И их научились хорошо разводить, так что я бы не сказал, что это какой-то дефицит, его без проблем. Это наш хорек дефицит сегодня. А если детки маленькие, то как вот дома? В доме, если с маленькими детками. Ну, я думаю, что если хорька приучить к рукам, чтобы если он не будет никого бояться и не будет нервничать, то он кусаться не будет. Да, пусть никого из наших телезрителей не обманывает то, что этот хорек сегодня тут нас пытался кусать. На самом деле... Ну, особо так, как он кусал, что следов ничего не осталось. Это животное безопасно. Это же не бультерьер. Не загрызет. Да, и не леопард. То есть он не может нанести никакого вреда такого. Ну, не знаю, он облизывается как-то так. Хорек, да, должен быть... Санюр пока зевал полчаса, сидел перед этим. Его нужно, как домашних собак и кошек, прививать. От, тоже, да? Да, вот поливалентными какими-то вакцинами от различных болезней, потому что он может болеть и гепатитом, и, ну, и чумой плотоядных, да. И, конечно, обязательно прививать от бешенства. Все это, ну, то есть как держите обычно? Его так, как вы держите обычную домашнюю собаку. Если к запаху привыкнете. Да, и, ну, и запах там... Ну, а купать его можно шампунями? Можно купать, да. Нет, ну, шампунем, может быть, и не стоит, это уже если он чем-то выпачкается. Ну, в общем, этого... Я уже, ну, Гаврюша, ну, я не знаю. Товарищ! Боже мой,
сладкий, иди, да, мы с тобой вот так вот еще подружимся немножко. Ну, не знаю, все. Как подружимся, да? Очень даже, ну вот, вот, вот сейчас вот они вот так раз, и все, и мы вот очень даже с ним договариваемся. Ну, если бы тебя все время тискаешь, держали на руках. 58 рук разных, ну и что ты вот творишь? Вот что ты вот это вот меня укусил? Ты ж такой хороший. Ну, спасибо вам сегодня за нашу такую компанию вместе с Гаврюшей, я уже ему имя придумала. Забирайте вашего потрясающего товарища. Спасибо еще раз огромное за то, что вы доставили огромное удовольствие сегодня нам. Развеяли некоторые мифы, связанные с хорьками, что это, что хорек и рикки-тикки-тави, как мы с Таней решили, одно и то же. Это абсолютно не одно и то же. А может, он будет Хью Джекман? Все может быть, конечно. Об этом мы уже узнаем в следующих программах. Ну, а пока мы заглянем в нашу мастерскую, что уже сегодня приготовили нам наши ведущие, наши майстрыни. Как у нас там дела-то продвигаются? У меня тут прямо целые опыты происходят, на самом деле. Одно яйцо я уже сделала, и вот Елена сделала. Мы сделали декупажное, да, яйцо. Декорировали его с помощью салфетки. Вот у нас два готовых яичка, если операторы покажут. Уже лежат. Покажу. Сейчас мы покажем, просто уже руки заняты очередными яйцами. Мы уже их красим с помощью шприцов, красителей. Тоже целый опыт, потому что нужно аккуратненько опустить яичко с одной стороны, подождать, пока оно прокрасится. Вот, кстати, выглядит как будто бы настоящее яйцо, которое вот разрисовывали, да, профессиональные художники. Ну, а мы немножечко схитрили, взяли салфеточку, да. И все, собственно. Что мы теперь сделаем? Вот радужные яйца. Да, Елена, расскажите нам, как прижимаем. Это у нас радужные, да? Мы вот салфеточные мы прижимаем, чтобы оно не терялось. Ну, в принципе, минут 10 ему надо полежать для того, чтобы оно высохло. Потом мы его достанем из салфетки и уже будем видеть готовый результат, нашу радугу. В разные цвета. У нас три цвета. И они переходят, получается, у нас там будет и красный, и зеленый, и фиолетовый. Вот так вот мы берем и выдавливаем краску. Главное аккуратно, а то что-то я немножко резко это делаю. Надо мисочкой можно делать. А следующее, что мы будем делать, какие яйца? Следующие яйца мы, во-первых, можем сделать... А, уже покрасили. Уже это покрасили, мы будем делать смайлики. Мы просто нарисовать там маленькие, миленькие мордочки. Это вот детям особо будет интересно. И у нас будут яйца-смайлики. Просто берем маркер и маркером рисуем глазки и ротик. А маркер вот он безвредный вообще? В принципе, мы же не со шкарлупой едим яйца, правильно? Да. И здесь его будет настолько немного. Так, а я что-то немножечко забыла. Вот сейчас так, что мы делаем? И синий добавить надо, раз у нас все здесь красное. Mm-hmm. Вот, да, вот здесь. Вот. Интересная техника такая получается. Действительно очень творческая. И еще у нас какие-то были с горошком, по-моему, яйца. Да, мы сейчас их тоже будем доставать. Они у нас уже прокрасились. Ага, у нас тем временем просто одновременно прокрашиваются яйца. Вот, но то, что у нас получилось, мы покажем уже в конце программы, уже готовые яйца. Я думаю, мы как раз все успеем. И зараз до нас завітали наші наступні гості, наша наступна гостя. Тож я передаю слово Олі. Оля, що там у вас? Ой, а у нас мы вот уже почти закончили последнюю подготовку, да, Тамила Владимировна? Я готова. Доброе утро. Сегодняшнего утреннего нашего диалога, скажем так, просто утренней встречи. Кофе мы уже выпили, конечно, там за кадром, пока тут и Харек вот в гостях у нас побывал. Ну, я не знаю, можно говорить о нем до бесконечности. Пока я хочу с большим удовольствием представить в нашей студии Тамила Владимировна Афанасьева, глава Одесской областной рады мэру. Тамила Владимировна, скажу честно. Я даже сценарий сюда положу, потому что это такое дело, нам он не нужен для общения. Вот который раз зарекаюсь, говорит, ну не буду я будить рано утром в субботу, Тамилу Владимировну, ну не буду, потому что неделя насыщенная, суббота утром можно чуть поспать, потом опять куча дел, как говорят, ну подождет ваша куча. Я с удовольствием, вы же знаете, я во сколько, в 7-8, во сколько быть. Вот, поэтому еще раз спасибо огромное. Спасибо. На самом деле, каждую неделю огромное количество поводов встретиться. Мы можем и без поводов встречаться, но когда есть события, мероприятия, о которых мы просто не можем не рассказать, то уже и сам Бог велел повидаться и пообщаться в такой вот
скажем так, тесной утренней обстановке. Наша сегодняшняя программа началась с видеосюжета, который мы буквально вчера подготовили к эфиру со дня Благовещения. Это очень святой праздник, мероприятие, которое вы организовали вместе с детской епархией. Спасибо еще раз огромное. Телезрители видели, как все это происходило на самом деле. И голуби, и служба. Это в первый раз в этом году или это уже традиционное такое мероприятие? Скажу вам честно, что именно как областной совет мира совместно в этом году делает впервые. Потому что, конечно, детская епархия проводила. И то есть это как бы достаточно такая прекрасная традиция выпускать в День Благовещения, выпускать птиц, белых голубей, то есть такая вот, многие даже простые люди едут на страхонку, покупают там каких-то птичек и выпускают. Но что с ними потом происходит, правда, мы не знаем. Я знаю точно, что наши голуби долетели. Вернулись домой. Да, мы позвонили, все узнали, все хорошо. Но говоря как бы про традиции, действительно, вот у нас есть какие-то добрые в каждый праздник. И вот Благовещение мы когда придумали, что будем делать вот такую акцию, будет молебен именно об мире в Украине, обратились в Одесскую епархию по благословению митрополита Одесского и Измаильского Агафангела, согласовали сразу же это мероприятие, очень было приятно. И, естественно, пришла такая мысль, что должны быть обязательно голуби, потому что приедут 100-150 человек, и вы знаете, что просто помолиться, это очень хорошо, люди посмотрят красивый собор, сейчас он расписывается, это, ну, как бы уже визитная карточка Одессы, что оно восстановлено, вы знаете, это вот для нас очень важно, понимает, особенно для православных, что все-таки все вернулось, и вот какое-то еще несколько лет он будет воссоздан в полном объеме, как он был до разрушения. И сейчас, конечно, когда вышли прихожане, еще и там 20 голубей. Ну, все... еще и приехали автобусы, мы ждали, буквально на несколько минут задерживалось мероприятие, но мы не могли начинать без того количества людей, которые хотели попасть на данное событие, поучаствовать в молитве, постоять рядом, произнести молитву, просто ну, я не могу словами передать, потому что это зрители все видели. Это надо окунуться в ту атмосферу. Вы знаете, и очень важно, вот мы с вами живем, да, вот как бы вот многие те зрители, которые смотрят, мы там или в центре города, или каких-то, то есть приезжаем рано или поздно, попадаем на Соборку, на Дерибасовскую, а есть люди, которые живут тоже в Одессе много лет, но у них нет возможности приехать. И вот были люди, которые впервые попали в этот собор. Несмотря на то, что они одесситы. Да, несмотря на то, что да, то есть они живут в черте города, они, ну, просто вот так сложилась жизнь, что у них работа, дети, школа, все как-то находится в каком-то в своем пространстве, там друзья, и они не выезжают или не, как бы нету какого-то повода. А тут, вы знаете, они, мы предоставили им автобус совместно с депутатами того округа, это очень приятно, что так вот поучаствовали все как-то совместно. И мы, получается, когда привезли людей, и потом, когда я услышала, что не один, не два, а 5-10 человек, они говорят, мы впервые, спасибо вам, и такая служба была. То есть мы сделали... Знаете, находясь на службе, мы были свидетелями того, что практически все плакали. Глаза были мокрые, слезы катились, но это, наверное, именно были слезы молитвы, благодарности, добрых слов, которые возносились к Богу. Но это еще не... Ну, мы только об одном мероприятии поговорили. Но я знаю, как вы еще проводите выходные дни, Тамила Владимировна. Вот все мы про меня знаете. Мы все знаем, потому что то, что вы делаете не для себя, а делаете для всех, для города, для жителей нашего любимого города. И ни одна в компании с однодумцами, с людьми, которые не безразличны к тому, что происходит. И на прошлых выходных мы также за вами посмотрели немножко. Вы высаживали потрясающую аллею. У нас есть фотографии. Расскажите, как пришла идея, что это? Идея пришла очень просто. 30 лет назад, 1 сентября, мы встретились со всеми школьными одноклассниками. Буквально в феврале месяце мы отметили 20-летие выпуска. И вы знаете, мы настолько как-то единодушно друг друга слышим, общаемся, нам очень интересно. И вот пришла мысль. Мне девочки говорят, мы же дети и хотят как бы участвовать тоже в каких-то одесских событиях. И говорят, давайте мы возьми, когда будет какой-то субботник, ты же всеми что-то организовываешь. Будет субботник, возьми наших деток, чтобы мы тоже пришли там. Я говорю, а зачем? Чем мы к кому-то придем, если мы можем все сами? Как можем? Я говорю, так давайте, вот мы как-то пошел процесс, и вы знаете, очень важно было, что не только одесситы были, еще и иногородние, то есть кто живет в Америке, в Новой Зеландии, в Израиле, нам поприсылали деньги, причем говорю прямо в прямом эфире, то есть это вопрос был $10. Ну, люди шли, там пересылали с карточек. Ну так саженцев так... тоже закупить надо было, между прочим, и лопаты. Да, они именно говорят, так, посадите за нас два дерева, за меня и за мою дочку. И так это очень было интересно. И когда еще пришли родители многих одноклассников,
одноклассников, когда все, знаете, вот так вот совершенно разные возраста, то есть детки, родители, которых мы знаем тоже с детства, да, уже дети одноклассников, и вот такая вот очень чудесная какая-то тусовка, даже вот не могу сказать. И выбрали нам хорошее сколько место. Сколько деревьев высадили? Мы высадили 47 деревьев. И я так понимаю, что мы на этом не заканчиваем, потому что очень у нас удачный такой треугольник возле, с одной стороны, пруд, с другой стороны, далеко проспект Шевченко. То есть мы уже ходили несколько раз, проверяли, все ли в порядке. Все на месте. Да. Там проверяем, что поливали, все как бы ездят одноклассники. Я не говорю, что дежурство каждый день. Нет, но ну, уже два, в любом за неделю случае. Два раза уже люди были, как бы ездили, смотрели. И я думаю, что мы осенью еще раз сделаем еще одну высадку обязательно. Очень было приятно, что поприсутствовал мэр города Одессы. Они как бы зашли с удовольствием, народный депутат Украины. Поэтому мы так, знаете, так вот, ведь, ну, то есть поучаствовали. По чуть-чуть, но акция масштабная получилась. Да, да, очень так интересно. И вы знаете, еще мы так шашлыки организовали, так все. Там ну, вообще так, день удался. Это да, да, да. Все. Поэтому все очень было хорошо. Спасибо вам спасибо огромное вам. За то, что вы делаете. Это вы так проводите утро. А сейчас мы хотим показать, рассказать. Я не знаю, каждое утро проводит по-разному. И выходные дни тоже по-разному. А как именно, ну, наверное, Татьяна знает больше. Она нам сейчас расскажет. Тань, а ну секретом делись. А, да. А вот она я, так празднично. У меня такое ощущение, что и Аня, и Оля меня подлавливают в какой-то момент. И я... да, Олечка, ты совершенно права. Утро бывает разным, утро бывает с хорьком. Вот, утро бывает вот в таких бурных новостях, правда, Александр? Да, да. Утро бывает в замечательной мастерской, да, Анюточка? Конечно, да, все со мной соглашаются. А еще утро бывает каким? А еще бывает утро перед важнейшим событием в вашей жизни. Все это. Мне тоже, особенно когда ты двинул меня. Когда? Когда свалился на меня в баре. Ты ж надо так нажрался. О, еще как. А ты здесь всю ночь провела? Ну, да. Не, ну, ладно. На самом деле помню. Ну да, помню. Все было хорошо. Давай, вспоминай, вспоминай. Да, точно, все вспомнил, наверное. О, Господи. Ты просто душка. Послушай, просто я с алкоголем не очень. Да, чем ты очень? Да я и сам не знаю. Дело в том, что я женюсь. Я знаю. Сегодня?
Знаю. Знаешь? Знаю. То есть ты понимаешь, что это вот все, ну... Спокойно. Нет. Что было, то было. Конечно, лучше бы этого не было, но мы оба виноваты, поэтому что было, то было. Что мне теперь делать? Я почем знаю. Подожди, а где мы? Мы в гостинице. Ты это я понимаю, в каком номере? Подожди. Меня здесь быть не должно. Все, этот номер заказан на сегодняшний вечер, на мою свадьбу. Страшного скажет, что ты напился и уснул. Ага. Который час? Уже 9. Марта! Марта на подходе. Марта? Да, моя невеста. Она должна прийти сюда приготовиться. Да какой дома? Ай, дома полный дом гостей. Уже одевайся быстрее. Может, явиться в любой момент. Действительно, продолжение будет в следующую субботу. Саша, что у нас будет в следующую субботу? В следующую субботу у нас будет много гостей, почти как на свадьбу. То есть важнейшее событие в вашей жизни, я думаю, что это будет свадьба. И в следующую субботу мы приглашаем наших зрителей, телезрителей, принять участие в нашем эфире. И... Вы можете выиграть 2 билета на предстоящую премьеру «Люкс для новобрачных» или «Теща в шоке». Ну, а все остальное в следующей передачи. Олечка, бачиш, скільки у нас тут зірок буде? А, у вас тижня? Зірок, а у нас яка зірка? Цілий небосхил. І сама головна зірка сьогодні в нашій студії. В нашій студії завідувач кафедри астропсихології Народного Одеського Народного інституту людини Ян Данілович. Доброе утро, Ян Данілович. Доброе как утро. Як обычно, ви сьогодні стали свидетелем, ну, опять-таки, скажем так, такой веселой программы, которая вот вы являетесь свидетелем на самом деле, хоть телезрители верят нам в этой ситуации, не верят, но практически все идет не по сценарию. Но я думаю, что продукт на выходе очень даже достойный. Как вы со стороны-то вот наблюдали, что скажете? Ну, со стороны посмотреть самая творческая группа, где я на разных телевидениях бываю в разных городах, но здесь вот... Меня сюда тянет каждую субботу. Здесь очень творческий коллектив. И поем, и танцуем, да, и лепим, и вышиваем, с хорьками боремся. Тут и зоопарк постоянный, и народные артисты, и чудесные певцы, танцоры. Тут чего только не увидишь у вас тут. Очень интересно. Но вот только что парень говорил, за следующую субботу очень хорошо будут расположены звезды. И я хотел бы, чтобы побольше людей сюда в следующую субботу пришло, хотя бы увидеть это представление, здесь будет очень интересно. На самом деле это так и есть, и премьеры, и артисты, известные артисты, потому что все, кто принимает участие в наших программах, являются заслуженными артистами Украины, народными артистами Украины, заслуженными народными деятелями искусств, все признанными людьми и гостями, поэтому на самом деле всегда у нас, уж простят мне наши телезрители за такое слово, тусовка у нас всегда звездная, в прямом смысле слов. Ян Данилович, да. Да, в этом я убедился. Ну, тем более, вчера вот началась новолуние, первый день лунный. И сейчас вот луна в Овне находится, в знаке Овна. Это говорит о том, что для тех, особенно для тех, кто родился по знакам Близнеца, Рака и Льва, это очень хорошие дни. В чем они могут выражаться? Плане, в профессиональном плане. Для тех, кто по знакам Весов, это очень интересные дни сейчас, сегодня и завтра, когда можно встретить свою судьбу. Для тех, кто еще не встретил. А те, кто встретил? Те, кто встретил, пусть улучшают отношения. Угу. Пусть но дарят уже судьба больше... никуда не денется. Да, ну, женщины такие существа космические, если ты уже ее встретил, она уже не отпустит. Просто так. Угу. Хищники. Ладно, ну в хорошем же смысле. В хорошем, конечно. Вот, между прочим, не надо. В наилучшем смысле, это да.
Леонид Владимирович, еще, вы знаете, я всегда немножко переживаю при встрече нашей с вами. Мне хочется быть где-то подготовленной. Ну, на самом деле это так. Мне очень нравится, и я заинтересована тем, чем вы занимаетесь. Потому что, на самом деле, когда мы с вами касаемся темы звезд, планет, параллельных, ну, не знаю, миров, наверное, галактик и вселенных, то здесь такое огромное количество непознанного, о чем можно говорить. И ведь правду вы нам каждый раз и говорите, что несмотря под каким созвездием мы родились, несмотря в какой день и час, все это можно откорректировать, можно, ну, скажем так, не изменить, да, судьбу изменить невозможно, но каких-то острых углов обойти можно? Основной ход событий мы не изменим, он предназначен, но качество жизни изменить можно, улучшить или ухудшить своим отношением к жизни, в первую очередь, это философский взгляд на жизнь, и во вторую очередь, это очень хорошо нам помогают минералы. Согласно древней легенде, когда Господь творил твердь небесную, где должны жить ангелы, дьявол увидел, насколько это красиво получилось, взял молот, разбил, и вот осколки упали на нашу землю в виде полудрагоценных и драгоценных камней. То есть камни, минералы несут в себе очень большой, сильный заряд, который способен изменить качество нашей жизни. Поэтому, в принципе, та система, которой я занимаюсь и практикую ее более 30 лет, Лалкетап, древнеиндийская система, я назначаю, кому какой камень в виде оберега или талисмана одеть, в каком металле, в золоте, в серебре, на какую часть тела, в какое время и в какой день правильно одеть, чтобы включился тот или иной энергетический канал человека. И еще сбоя ни разу не было. Всегда. Знаете, я вам предлагаю в следующих наших встречах, я знаю, что вы уезжаете сегодня, но очень уже ж просим вас вернуться обратно, потому что и праздничные дни идут, и выходные дни, и очень важные для нашего города, для Украины, для всего мира события тоже грядут. И хотели бы вас попросить познакомить уже непосредственно нас в эфире с камнями, с минералами, вот что есть, какие в наличии, может, ваша коллекция, может, мы что-то сможем где-то, ну, так как я по первому образованию инженер-геолог, у меня тоже что-то в моей коллекции есть, еще университетская, поэтому я думаю, чтобы мы уже наглядно, да, показывали, или хотя бы рассказали, изумруд отвечает за вот это, александрит за вот это, малахит, вот что-нибудь наглядно. Я постараюсь принести наглядно 7 разновидностей камней, потому что 7 планет идет. Но я скажу, я вырос в том месте, где писалась сказка «Хозяйка Медной горы». Ой, малахит. Это в тайге. Я по этим пещерам лазил, и с детства я с камнями уже столкнулся очень близко. У меня дедушка был лесник, у нас это наследственно. И мне уже с детства рассказывали, как камни работают. Хотя еще и книг не видел, я еще читать не умел тогда. Но я скажу, вот я сейчас уезжаю, да, сегодня я еду в Киев, опять приглашают на News One и на Радио Вести. Но мы вас не отдаем на совсем. На 2 дня я еду. Но хотелось бы поздравить всех наших ветеранов Одесской области, потому что 10 апреля это все-таки день очень освобождения день, Одессы. Да. И ветеранам мой, и вообще наш общий поклон, это люди, которые, благодаря которым мы сегодня дышим и живем. И поэтому честь и хвала этим нашим пенсионерам и старикам, которые это пережили и которые к этому пришли и нас привели. Вы знаете, вот. Сегодня, я уверена, те, кто нас видят, загадывают одно единственное желание за мир во всем мире. Буквально 2 дня назад прошел и молебен с подобным названием «За мир во всем мире». В День Благовещения мы всей Одессы, всем городом молились за мир во всем мире. Мы загадывали эти желания, но возвращаемся к началу нашего с вами разговора. Сегодня первый лунный день, который в созвездии Овна. И я так читала, правда это или нет, вы меня сейчас поправьте, это единственный день в году с очень сильной энергетикой, когда вот помимо рождественских дней, крещенских, то, что мы с вами говорили, тоже можно до 22:30 сегодня загадывать желание. Тут как? Не загадывать надо, тут надо, вот как вы правильно говорите, молились. Вот сегодня лучше бы это делать, вчера и сегодня. И вообще каждый порядочный человек, уважающий себя и окружающих, должен утро начинать с молитвы и особенно с благословения всего мира, чтобы над нами было мирное небо, чтобы мы не ругались, не ссорились с соседями и так далее. И особенно вот этот первый лунный день, он для этого очень хорош. Очень сильный большой заряд будет, если мы
будем сегодня, вот как можно говорите... Можно ли сказать, да, Вселенная открыта, открыта, она слышит. Да, порталы открыты, духовные. И поэтому то, что мы сегодня планируем, я рекомендую всем сегодня побольше улыбаться. Внутренне, не обязательно, я вот внешне не часто улыбаюсь, но внутренне я постоянно с улыбкой нахожусь. И дарить людям позитив окружающим, но для этого надо самому стать позитивным, а это духовное развитие. Я всем желаю читать, изучать Веды, Библию, Коран и развиваться духовно, тогда мы будем более насыщенно жить и продуктивнее. Мы каждый раз с вами отталкиваемся, говорим о писании, которое нам оставили Веды. Буквально, вот давайте несколько слов, и вы нам об этом скажите, потому что нам звонят телезрители, которые, ну, кто-то еще не знаком, кто-то впервые услышал и, знаете, как говорят, не прогуглил в интернете, что это за учение, что это за писание. Какое оно имеет к нам отношение, какую энергетику несет? В переводе Веды с санскрита или с Деванагари, это самые древние языки, о которых в Библии упоминается, когда все человечество говорило на одном языке, это было Деванагари язык, от которого произошло санскрит, это тайный язык жрецов. Вот на этом языке записаны Веды. В переводе на наш язык это знание, истинные знания. Вот слово Веды ведуны в переводе... Ведуны ведают, да. Да? Ведьма. То есть это было не в плохом смысле раньше, а это... Ведающая, она была ведома, она знающая. Ведающая, была, да? Да, законы материальной природы и духовной природы, и помогающая людям. Колдун и ведьмак – это разные вещи. Вот ведьмак – это светлое. Вот. Также ж ведуны были. Волхвы – это уже наследники ведунов. И волхвы носили 12-конечную звезду. Вот, допустим, да. Сейчас вот у евреев 6-конечная. Когда они встречают... Вот мы, у меня очень много друзей, близких среди евреев, которые духовно живут. И когда видят мою 12-конечную звезду, говорят, у тебя двойное гражданство, материальное и духовное. Говорю, это самое важное. У волхвов. Это звезда волхвов, она идет без креста, без ничего. Потом уже появилась звезда из Гарма. И так ну, далее. Дали звезда Давида уже. А которая... звезда Давида – это шестиконечник, это вообще знак Венеры. Да, да, вообще она является Венера. Оберегом, изначально была щитом. Да, который... это знак Венеры, и она дает очень многие большие силы человеку, включает, естественно. Кстати, о них мы тоже поговорим, да? Я думаю, да, мы что в следующих наших программах. Конечно. Потому что на самом деле, одевая тот или иной знак, мы не всегда задумываемся, что он собой несет и что... Что может привлечь в нашу жизнь? Ну, я рекомендую всем читать Веды. И тем более сейчас век компьютера, можно в интернет зайти и нажать Махабхарата, посмотреть там 60 или 70 серий Рамаяна, Махабхарата, Бхагавадгита. Все это сейчас Бхагавадгита есть в интернете. Больше начитанные, написанные такие. Есть и фильмы уже. Есть фильм полностью Махабхарата, а Бхагавадгита – это часть Махабхараты. Маленький фрагмент Махабхараты. Поэтому я всем рекомендую. Любой, раньше вообще в древности, кто не изучал Веды, считался человеком, мягко говоря, нецивилизованным. Там есть пятая подкаста, это неприкасаемые. Вот это те, которым не дано получить знания. Может, потому что читать не умели? И не хотели. А, еще и не хотели. Да, это две разных вещи, это как в Одессе говорят. Пятая каста называется неприкасаемые, которые кушают собак и так далее. Об этом не будем. И думаю, что в завершении, как обычно, очень хочется от вас услышать слова напутствия на сегодняшние дни, слова благотворительности, которые должны заниматься все мы вместе взятые и те, кто находится даже в этой я студии по ту сторону экрана. Я хочу объявить на весь мир, и я об этом говорю и в Киеве, и в Луцке, где я был, и в Хмельницке, и во Львове, и в Харькове, и в Днепропетровске, где только меня не приглашали, я всегда говорю... уже включилась эра Водолея. Это в первую очередь благотворительность и взаимопомощь. Поэтому все должны сейчас быть направлены на это. У каждого в доме есть лишний кусок хлеба. Который можно поделиться. Какая-то вещь, которая уже не нужна, которой можно поделиться с тем, кто в этом нуждается. И даже просто слово. Даже просто улыбка на улице. Идете по улице, ну, дарите улыбку друг другу. И тогда мир сразу станет... Выше нам несколько да. порядков. Конечно. Поэтому нет смысла злиться. Злятся люди, у которых собачья психология. И то собаки намного выше таких людей. Конечно. По своему статусу. Собаки – это друзья. Ну вот, хорошо, когда собака – друг, но плохо, когда друг – собака. Знаете, как говорят, собаки да. – это последние ангелы на земле. Да. Это да. так и есть. Это вообще все животные, они каждые по-своему. Вот сколько я с ними сталкиваюсь в жизни. Любой вид
разновидных животных, те же змеи, птицы, они все... Их поступки гораздо выше бывают поступков человека. Да, спасибо вам большое. В следующих наших программах говорим о минералах, говорим о знаках и о тайных знаках, которые зачастую скрыты, но которые присутствуют, на которые нельзя не обращать внимания. Согласны? Конечно. Спасибо огромное. А сейчас мы посмотрим, что же уже подведем итоги нашей мастерской, ну и куда же отправиться всей семьей в эти выходные дни. Анечка, познакомь нас. Да, мы уже сделали все наши яйца, мы полностью готовы к встрече Пасхи. Мы теперь знаем, как быстро, красиво, а главное творчески подойти к разукрашиванию яиц. У нас есть радужные яйца с четким переходом и нечетким переходом, декупажные, смайлики, горошки с помощью воска. Вот, собственно, вот так вот мы сегодня потрудились. Тоже зараз давайте перейдемо до афиши. Сьогодні у нас з вами вийшла цікава, несподівана програма, а зараз ми в такому плідному куточку будемо, ось зараз ви побачите на загальному плані, як ми так плідно один до одного, дівчата, сидимо та чекаємо на продовження гарного дня, підвищення нашого настрою та зустрічі наступному суботньому ранку, як казали наші вже ведучі, на вас буде чекати дуже багато чого цікавого. А поки ми в дівочій компанії будемо слухати Олега Осадчого, будь ласка, і будемо завершувати на цьому нашу програму. Потерян сон, вопросы те же в унисон. Как повернуть и где скосить, когда сойти, кому платить? Все мысли к черту, я смеюсь, дышу и радуюсь всему. Судьбе сейчас я улыбнусь, и нету больше почему. Все мысли к черту, я смеюсь, дышу и радуюсь всему. Судьбе сейчас я улыбнусь, и нету больше почему. Детские мечты, пойду по полю босиком, восстановлю любви мосты,
и не хочу жить за стеклом. Все мысли к черту, я смеюсь, дышу и радуюсь всему. Судьбе сейчас я улыбнусь, и нету больше почему. Все мысли к черту, я смеюсь, дышу и радуюсь всему. Судьбе сейчас я улыбнусь, и нету больше почему. Все мысли к черту, я смеюсь, дышу и радуюсь всему. Судьбе сейчас я улыбнусь, и нету больше почему. Все мысли к черту, я смеюсь, дышу и радуюсь всему. Судьбе сейчас я улыбнусь, и нету больше почему. Смеюсь, дышу и радуюсь всему. Судьбе сейчас я улыбнусь, и нету больше почему. Все мысли к черту, я смеюсь, дышу и радуюсь всему. Судьбе сейчас я улыбнусь, и нету больше почему.